have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, приехали мы сюда. Так, давайте сразу разберемся с этим поинтом, как я говорил в конце прошлой серии, что надо бы его сразу вкинуть. Кстати, вот он в психологию, мне снижает прогресс результатов. Вот как раз одного мне здесь не хватало, идеально, теперь я буду спать спокойно. Но, давайте теперь посмотрим, во что мы будем вкидываться, потому что у нас есть инженерия. Кстати, я не уверен, что нам дальше нужна была. Плюс 30% бонус модификации чипа. Это, кстати, интересно звучит, но последнее у нас снижение время перезарядки после рывка. Это не особо впечатляет. В боевке у нас пойдет дополнительный урон от оружия. Кстати, это прикольно. Он будет плюс 50% получается после полной прокачки. Ненадолго оглушает врагов поблизости. Это ударная волна получается. Перезарядка удара. Удачный удар рукой по врагу перезаряжает все используемое оружие. Еще более мощная ударная волна, которая мгновенно убивает врагов поблизости. Ус? Гуд? Ладно. Фокус. Только без фокусов. Продолжительность навыка замедления. Это, кстати, интересно. Рефлекс позволяет недолго наблюдать пространство в замедленном времени. У меня появится какая-то кнопочка, которую я смогу наблюдать в замедленное время. Так. Удваивает критический урон, что, кстати, классно. Когда вы убиваете врагов в замедлении, продолжительность замедления увеличивается. Если это прокачать на максимум, то, по идее, когда ты вламываешься в комнату и хорошо стреляешь, то ты убиваешь всех врагов, пока у тебя замедление продолжается и продолжается. Это прикольно. Давайте посканируем. Так, у нас тут получается 3... Дополнительный урон от оружия. Это приятно. Продолжительность навыка замедления прикольно, но не настолько. Повышение дальности видения для расследования. Вот это хорошо, кстати. Заставляет пули отскакивать от определенных точек и позволяет попадать по врагам, прячущимся за преградами, чтобы использовать... Активируйте зрение. Зрение робокопа тут же помечает каждого врага в поле видимости. Разрывной рикошет, рикошетивший пули разлетается и поражает больше врагов. Я бы, наверное, в сканирование пошел бы. Из того, что здесь есть. Посмотрим. Я, опять же, без понятия, сколько осталось до конца игры, потому что... Потому. Вот, ладно. Теперь. Да, сохранить, конечно. По заданиям. Поехали. В киберслед я уже потом схожу, это наше основное. Пойдемте в сомнительную ситуацию. Полицейская работа, служите защищать. Это мне сразу выдаст. Давайте я сразу схожу. Так, вот у нас здесь. Конечно, штраф. Нарушает перекрытие доступа пожарному гидранту. Вообще без проблем. Ну, то есть, 100 опыта. Давайте быстренько сейчас сходим. Блин, ребят. Вашими головами так классно было бы унитаз зачистить. Подумайте, может устроитесь в какую-нибудь гостиницу работать. Все равно у нас карта здоровая. Давайте сначала сделаем... Вот это, чтобы он... Ой, это же этот пацан. But everyone in the city would return a wallet. I'd be letting my father down if I didn't, sir. Да, это пацан Брикса. Must be proud of you. Ну, это, кстати, приятно, что нам показывают такие вот сцены, что мы тогда его спасли, и теперь он, ну, нормальными вещами... Ну, не то чтобы нормальными вещами занимается, но стал каким-то более честным, что ли. Это мое. Ну, частично мое. Так, тут у вас тачка потекла. Штрафчик, держи. Так, и пойдемте сразу третье выполним. Говорю просто, чтобы... He can hear you. Let him hear. They're fixing it with my tax money, and he's still sticking with that Mills bastard. Ясно.
Mills. На самом... Пожалуйста, не лагай. Спасибо. На самом деле, я не поддерживал Милза. Это как раз тот случай, когда у тебя... Иди нафиг, я говорю, это как раз тот случай, когда диалоги неправильно выставлены, и тебе говорят одно, а ты, по сути, отвечаешь другое. О, вы эти, ушлепочки на мотоциклах. Я вас много таких перебил. Так. Чувак, это свинство. Нарушение распития алкоголя. Ты еще и мусоришь. У тебя вон мусор, что I'm not drinking. I'm drunk already. And I am home. Выписать штраф. There is an open bottle of liquor by your side. I have to issue a ticket. Sure. Send the ticket to the third park bench at the promenade. Ну, ему пофиг, он не обиделся. Так, хорошо. Это мы сделали. Полицейская работа. Украденные вещи, улики, преступления. Это нам потихонечку просто собирать надо. Давайте в сомнительную ситуацию сходим. Заодно по пути может быть что-нибудь интересное. Что у нас по карте? Подожди. То есть это же место каждый раз... не каждый раз обновляется. Я тебя понял. Сумочка чья-то валяется. Шахматы куда делись? Ну, в прошлый раз были шахматы. Это мы в прошлый раз сели и погнули, да? Так. Я не знаю, была ли там какая-то фишка с шахматами, или это был просто прикол, ну, что они есть и все. Так, по разным темным углам у нас, наверное, разбросаны разные темные делишки. Лимузин, кстати. Нет, на этот раз темных делишек нам не положили. They say we're in a record-breaking recession, but people are throwing away things that still work. This underwear looks almost new. Фу, блин, я хотел сказать, тебе же хорошо, тогда пользуйся тем, что выбросили, но... но подбирать чьи-то трусы, извините меня. Вообще, вот этот вот вайб такой, вот эти грузовички, оп, вот это вот, он как будто тут сейчас будет сцена из Терминатора, а не из Робокопа. Ну, ладно. Да, здесь мы тоже были. Старые нычки остаются старыми нычками. Хотя я, в принципе, в прошлый раз одну не нашел. Но я думаю, что они обнуляются, и в этот раз я не смогу найти нычку, даже если она была в прошлый раз на этой карте. В этот раз она будет просто неактивна, скорее всего. Ну, мне так кажется. Кстати, полицейская тачка. 116, 117, 118. Да. Oh man, I need to count how many people we must pay to clap, and because of you, I have to start over. Я понял тебя. Так, я приехал, по сути, сюда. Мне нужно далеко туда. Блин, тут реально полицейских тачек до задницы. Общаемся, хорошо. I know what we can do to make tonight more exciting. Grandma, you know what the doctor said about alcohol. I've got a better idea. We can bet on who will win the election. Такая себе идейка, если что, бабуль. Выборы. Все кандидаты. Вот они самые. Это заправка, на которой мы уже тусили. Погоди. Не лагай, пожалуйста, меня там не собьет. Почему в этот neighborhood? Ну, я понимаю, тут нету активных каких-то... То есть машины проезжают по мосту, мы эту тему, кстати, уже обсуждали. Что типа... Блин, это ты, утырок! Берк, ты можешь видеть. Multiple armed suspects have taken over the store.
We gotta be careful. They got the owner inside. I am going in. You need backup. Зачем? Нахрена оно мне нужно с ним тащиться? Мне не нужна... офицер Стеф. Officer Steph, with me. Officer Washington, stay here and set up the perimeter. Right. Don't whine, snot. This is a job for a real policeman. Вот. Это правильные слова. Да, но мне подсвечивают правильные эти, но я не хочу идти с этим мелким придурком, он меня бесит. Looks like the fish guy's an admirer of Mayor Kuzak. I say that just makes him more fishy. You get it, don't you? Угу. Итак, ситуация с заложником. Тут на самом деле нам вроде как не напирают на то, что нужно обязательно быстро действовать, или у нас же стелса никакого нету. You do your thing. I'll take care of the rest. Да я-то займусь своим делом, чувак, поверь мне. Keep going. We're doing good. Да, ситуация с заложником немножечко не так обычно решается. Откуда у шпаны гранаты? У нас же не... не соревнование. You wrecked my shot. Oh God! What will my father say? And the fish, all the fish are gonna go bad. Oh, quit your whining, Pops. It's not like anyone can smell the difference. Вмешаться. Open the door and come out with your hands up. Oh shit, that's RoboCop. Listen, you and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't butt into this hood's business. And you're police on OCP's money. So you better scram if you don't want trouble. Perhaps I want trouble. You don't know who you're messing with, you stupid toaster. I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. You're gonna pay for what you did to my stove. Ugh, let go of my gun, you crazy old prick. It was my family's legacy. Почему мы ждем, пока его убьют? Мы дотянули время, пока его грохнут. О, поинт, кстати, целый. А, навыки. Мы уже ко второму подходим. Мы куда там, в сканирование собирались идти в начале серии? Рикошет, моментальный сканер. Повышение дальности видения для... Ну, давай, поехали. Может быть, все-таки в боевку, чтобы дополнительный урон получить. Ударная волна. На-на-на-на-на. Блин, даже не знаю. Ладно, пойдем в сканирование. Так, теперь давайте смотреть, что я мог пропустить. Нашим робозрением. Нужно тут еще пошататься, посмотреть побочки, потому что побочки тут всегда есть. Эти фальшивые бабки тут были. А что у тебя в магазине делают фальшивые деньги, а? Рыбник. Ладно. Something fishy. Сказал, что он, они договорились с OCP, нас тут быть не должно. Ладно.
Ну загрузите меня. Да, чувака увезли. You missed all the fun, Rat. But don't moan. If you stick with us, I guarantee you'll get a taste of police action. I'll wrap this up, Robo. You can head back to the precinct. Так, в сомнительной ситуации мы поучаствовали. Я хочу посмотреть здесь. Здесь уже не пропустят, потому что грузовик затащили. Жаль. Ну хорошо. А что у нас по... Осталось обязательное задание и полицейская работа. В полицейской работе у нас почти все улики преступления собраны, прикиньте. Мы где-то что-то чуть-чуть еще или пропустили, или чуть попозже подсоберем. Но по уликам у нас практически все. Сейчас окажется, что я опять что-то какой-то гигантский супер кусок локации не увидел. Не посмотрел. Так, это у нас наша тачка, это у нас киберслед. На самом деле киберслед это же не значит, что мы закончим с этой локацией, правильно? Поэтому пойдемте. Сейчас заодно потычимся в этих ребят здесь, возможно они нам тоже что-то где-то как-то. Не, вряд ли. Не, это бездушные NPC-шки вот эти. Тоже не хотят разговаривать. Ну, пойдем тогда с докторшей поговорим. Войти. Ее попытаются убрать, скорее всего. Нам придется ее отбивать. Или ее уже убрали. Кто знает. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. So... You aren't the real RoboCop? Listen, if your mature lady won't be able to satisfy you, I'm sure I'll find someone younger that would be happy to help. Я не знаю, кстати, что у меня только что случилось, что мне немножечко игра попыталась свернуться. О, привет, дружище. Он какой-то классный. Супер. Значит, нам туда, поэтому сначала давай пройдемся, посмотрим, может быть, что-то интересное на свою голову найдем. Да, говорит, если эта старушка не сможет тебя удовлетворить, у меня тут есть более молоденькие девушки, которые смогут. Угу. Вниз нельзя. О, здрасте. Поддельное удостоверение. А это не входило, кстати, в полицейскую работу? Нет, там, скорее всего, я... Хотя... Ладно. Немножко похоже на Хитмена. Так. На другом этаже. Помните, в Хитмене, я имею в виду, там первый или третий, там была вот эта фишка с миссией в гостинице, где нужно было и ящик стырить, и бомбу стырить, и чувака задушить. Ну, короче, ладно, сильно спойлерить не буду. Кто играл, тот играл. Кстати, можете написать, если вам это знакомо. Я, кстати, обожал это задание, всегда перепроходил его несколько раз. Тан-да-да-дан. У нас в самом-самом начале, когда мы только основали канал, у нас было прохождение оригинального Деуса. И там, когда ты находишь, по-моему, это уже в Китае происходит, или что-то, когда ты находишь пианино, и можно активировать. Так, компрометирующие эти, смотрим.
350. Так, выполнено. Хорошо, хорошо. Значит, это мы все нашли. Задание выполнено. 400 в каком-то она сказала. Значит, 4. Здрасте. А почему? Так не должно быть. Стоп. 408. Что с ним не так? Можно на гитаре? Тан-дра-даран. Ладно. Так, нам сюда. А, 405. Окей. Все двери серые, только эта дверь выделяется по цвету. It's you. Thank you for coming over. Do you really? Я думал, тебя уже грохнули, в смысле, правда, в опасности. As I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it. You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. Uh-huh. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them, and they will pay. Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? Да, в принципе, давай. Я не вижу в этом ничего плохого. Возможно, я смогу еще о ней кое-что узнать. I promised to adhere to our working relationship. Thank you. I really appreciate it. You agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt Нет. our sessions are helpful? Я пообещал продолжать. I promised to stick to it. A lot has changed since we started. Do you remember how you perceived yourself back then? As an OCP machine. That is correct. But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? I am a machine. The results of our sessions might surprise you then. Through our time together, I've learned a lot about Tapaline. You. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Why do you think so? Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Не, я не хочу её видеть. Do you think a machine could teach a newly appointed officer what it means to be a real person? Я его не учил. Он крыса. For good arrangements for his fellow officers? Would an actual person glitch? We should make a clear distinction. These so-called glitches are your memories. It seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier. But as memories and the past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different from a machine. You should not fear them, but embrace them. Это воспоминание Алекса Мёрфи, его биологический мозг. And that worries me. But the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological. I'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. And no wonder. It's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation was to determine whether you're human or not, my answer is you're not just a human, but an exceptional one. Alex Murphy, don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, Doctor. Use my computer to download the coordinates of the tracking device. It's right there on the desk.
I have the coordinates. Hello, Dr. Blanche. I got a special delivery for you. But I haven't ordered дружище. Я сказал, что придёшь пару раз. Can you please open the door? Да. We need to move. Lewis, there was an attempt on Dr. Blanche's life. Is she okay? Yes, but she will need an escort. Roger that. I'm on my way. У них головы непробиваемые, что я сделаю? А че ты тут так с первого раза слился? Догадайся с трех раз. I will figure that out. Я ж только что там был. Реально, это считается как хедшоты. Какого черта, я же реально только что тут был. No, we should not stop. It's a dead end. We need to look for another way. I will make a way. I don't know how you're thinking of making a way, but you better hurry. Фигачить стену, да, это наше. А, ты еще самоуспокоением занимаешься. Знаете что? Я хочу найти новый чип какой-нибудь. Мы так с вами тогда нашли удачно тот чип. Да. Спринклеры, блин, не работают. Так, ну до 75 я восстановлюсь. Остальное не проблема. Это мое. А телек вам не нужен. А, вы такие спокойные пошли, да? Вообще, я же говорю, я хочу найти какой-нибудь новый чип, который... ну, хотя бы 5 с чем-то, потому что... Summon footsteps, да. Так, навыки. Я там в эту штуку шел, да? Это рикошет, он будет автоматически или нет? Так. Заставляет пули, чтобы использовать, активируйте зрение. Я понял. Кто-то ссыт просто. I will make a way.
Ну, ребят, ну вы же сами шлемы носите. Ну, какого черта? Котика спасли или нет? Ага. Ничего, ничего, тут останешься. Тут отличная гостиница. Я слышал, тут подают обалденные завтраки. Что нам делать? Снимать штаны и бегать, блин. Ладно. Знаете, ребята, на самом деле, в таких количествах они не опасны. Так же, как и обычные шпаны. Seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is, thank you. My duty, madam. Он говорит, мадам, перевели как доктор. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? OCP? Mercenaries on Wendell's payroll. The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that. Слежение сигнала. Чтобы слеживать точное расположение цели, используйте индикатор уровня сигнала в верхнем левом углу интерфейса. Процентное значение повышается, когда вы движетесь в правильном направлении. Не туда, понял. Ну, на самом деле, вроде как несложно. Wines and Liquors. Никогда не пейте эту гадость, ребят. Сюда идет прям быстрее. Okay, Murphy. So where are you headed now? I am following the signal from the doctor's computer. Your arguments against voting are baseless. You're gonna keep as residents of this city, you have an obligation. Murphy, get lost, kiddo. I don't want them to unsuspend my sentence for beating up a snot like you. Ну, значит, он мега стор, да? Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of x-ray vision. Я понял тебя. Так, ладно, раз я уже здесь, я сейчас посмотрю, что тут есть на крыше, может быть, я смогу забрать какую-то мелочь. Видимо, нет, на этот раз мне тут ничего не положили. Только что ж сканировал, блин. Any joy? I need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour or two. It's not like you can move the whole thing anyway. You're not a finicking train, are you? I am much more than that. Нет, да? You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to get underground. Well, not through there, you ain't. If the sewers are what you're after, then you should use the entrance behind the mark. Just under the overpass. Okay. Point Thank you, citizen. Thank you, citizen. Это что же было? Так, это новая нычка. Нет, это старая нычка. Просто дверь открывается.
Я же говорю, что это тоже уже было. Мне запомнилось, что это уже было. Черт. Ладно. Это там, где дело о мертвой шлюпке? Вроде да. Another respectable citizen on their way to the sewers. И надо, там уже кто-то понял. Some of them may come back. Понял. Let's hope it's not an alien. Именно alien, да. Я хочу Lewis, найти еще. Tracker coordinates lead me to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be bad signal. I've taken Dr. Bland to the safe house. Lewis, you are breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact me if you back up. Stay safe. Stay safe. Оставайся побритым. Фу, блин, это же ты потом не снимешь носки, не примешь душ. Это же придется твои ноги металлические потом отпаривать в какой-то гадости, блин, чтобы оно... Рабочие. Жертва погибла недавно. Ясно, понятно. Недавно. Может. Слушайте, канализация — это отличное время познакомить меня с турелями, если они здесь имеются. В принципе, нормально разошлись. Так, в море корабли. Грена. Ладно, мне не засекло. А, как же ты заколупал, иди сюда. Да-да-да, на! А, так мне изначально сюда и надо было. Супер. Нюк. Нек-нек-нек-нек-нек-нек-нек-нек-нек. Да. И другие великолепные шутки. Так, восстановить питание. То есть, я думал, что тут какой-то бонус, а мне сюда и надо было. Я бы иначе не пробрался бы. Отличная штука, спасибо. Это пробивает их через бронь. Блин, на самом деле офигенно. Окей, окей, а это того стоило. Как тебе живется-то с простреленными коленями? Так. Сканирование. Can't seem to get hold of him. Lewis, can you read me? Loud and clear. Are you out of the sewers already? No, I found a signal booster. A signal booster underground? The entire OCP communication network runs down here. It looks like the mercenaries were tampering with it. I wonder what they
we're up to? Whatever they were planning, I am going to stop them. Это да. Чем я лечился? Что, кто-то есть? Привет. Чего, блин? Мне это надо. Я как раз хотел сказать, что типа дайте мне еще один целый этот поинт, и они берут и дают мне, спасибо. Сейчас, я уже скоро набью на второй. В смысле, тут еще кто-то есть? Я набью скоро на второй поинт, и я тогда два сразу положу. Это я сюда удачно зашел. Хорошо. А, иногда очень выгодно сходить с тропы. Турель! А... а ее взорвали. Типа я могу ее ломать. Но в этот раз... Don't kill me! Do not be afraid. I am a police officer. I had this nasty dream that I was a homeless guy living in the sewers. Oh well. Я вижу там плату. Я хочу новую плату. На мне не дают. Хорошо, чувака спасли. Турель расфигачили. То есть я мог ее взломать вот через вот этот вот компьютер, я мог к ней подойти, взломать ее. Но чел просто пытался в меня грену кинуть, и ему это не очень получилось. Удачно. Ну, не для вас, наверное, но для меня. Хилочка, запомнил. Откуда? Убился. Купился, убился. Второй дурачок. Два поинта. Есть. Супер. Навыки. Заходим сюда. Это мы сюда уже два вкинули. И еще два вкидываем. Моментальный сканер, разрывной рикошет. Короче, рикошет это вообще тема, мне понравилось. Повышение дальности для расстрелы, это хорошо. Удобно. Я столько ждал этого. Я могу ее в другую сторону развернуть? Твари. Это если бы я ее пытался оббежать, я бы еще и взорвался. Так, это она расфигачила вторую турель, да? Удобно, удобно. Я этого хотел с самого начала игры, как по мне... Ну, их немножко поздновато ввели в игру, но, по крайней мере, их ввели. Спасибо. Так, а нам сюда? Сюда, я понял тебя. Супер. Ну, как я вначале говорил, что канализация это отличное место для того, чтобы представить нам турели. Такое в Макси Пэйне было, если что.
Там один утырочек, да, сидит, скорее всего. Мы ему отстрелили задницу. Хилка. Почему ты не кидаешь туда, куда тебя просят, дружище? Сегодня уже развешали гирлянды? До свидания. Блин, рикошет офигенная штука. Тут у нас крупнокалиберные... Это... Блин, гадость всякая лежит. Автомат с телевизором, да, хочу. Так. Это мое. Чем вам фальшивые деньги? HK. Я что ж так могу, дружище? Что-то он пытался мне сказать на каком-то на своем там. Так. Улики. Bomb has been planted. Так, да. Кто играл в КС-ку, тому эта штука будет абсолютно незабываема, да? Хорошо. Так, давайте-ка исследуем сканирование. Подробнее о соединении. Внутреннее соединение коммуникации УСП-штаб подключено. Отчет сотрудников Антоновский, Уэндал. Ограничение доступа только исполнительный директор. Lewis, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data for my evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch! I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now. Блин, я бы на самом деле Штайрау взял бы. Вернуться на улицу. Всем вот нет, тут должен быть какой-то другой выход нормальный. Ну, давайте через тут. Здрасте. Новая схемка. Хочу новую схемку. Они как-то это сделали немножечко неравномерно, потому что вроде как дают схемки, но и погодите, или я их не нахожу новые, или вот тогда в суперсекретной нычке я нашел вот эту обалденную схемку, я ее поставил, и после этого я не могу найти ничего круче. Странно, или я где-то что-то много пропускаю, или их реально не дают, надо будет подумать над этим. Это интересно. Хорошо. Так, ребят, по идее, даже не знаю, я не хочу покидать еще эту зону, хотя мне, скорее всего, говорят, что я уже должен бы, по идее, но тут должно быть еще что-то интересное. Приехать к штабу. Нет, ребят, думаю, тогда на этом будем заканчивать. Сейчас, что у нас тут интересного происходит? Если я не буду лагать, я это обязательно увижу. Ну-ка, коронир. А, это... Или погодите, или что-то другое. Ну, сейчас посмотрим. Не, эти разговаривать со мной не хотят. Тачка на тачке стоит вообще.
Robo, could you help us? Да, давай. Что? А, у вас тут ситуация все-таки, да, это... We have here a dead campaign manager from Mills' office. This case is urgent, but we can't get inside the vehicle to examine the corpse. For some reason, the car is electrified. Now that everyone's on strike, there's no one to take care of it, and I don't want to end up like a well-done steak. I am glad to be of help. Ну-ка, давай. And if you can look around for clues afterwards, you know, you never can tell with the electricity. Bulbs are burnt out. Something must have caused a short circuit. Давайте задание мы сразу поменяем. I assume a failure of the Magnavolt system. I will look into it. And if it wasn't for that, we'd have probably found the car on bricks and him in just his box. Magnavolt is deactivated. It is now safe to investigate the car. Ah, great. But if you could take a look inside, just in case. Gladly. Так, вот та фигня. There is an earring on the front seat. Could be helpful if we find out who it belongs to. Телефон. The deceased is holding the phone. The last number dialed is described as the office. The victim was strangled. The rope was tied with a sailor's knot. Not everyone can tie something like that. Hmm. The phone, the earring, and a sailor's knot. That's something to go on. And the place itself is interesting. Less than 100 yards from the victim's office. I wonder why he stopped here. I will go to the office to see if the victim left a message. It's near the cinema on the third floor. We need to finish here before we can join you. А что здесь на свидетелях? Were there any witnesses? There's that homeless guy across the street. He warned us about the current. He probably tried to steal something from the car. But it's hard to get anything out of him. His hand is fried, but he says he doesn't want an ambulance. Says he can't afford it. Это правда. Why would OCP get involved in this case? Not following politics, huh? The guy was Mills' campaign manager. OCP will do anything to get Mills elected. Yeah, if everyone hadn't been on strike, they would have brought the whole station down here. Why did you not join the strike? I owe Reed a favor. And you're too close to retirement to risk it. But there's nothing keeping you here, Officer O'Neill, apart from making my life less bearable. Well, somebody's got to watch your clumsy ass. Понятно. I will let you know if I find anything in that office. We'll meet you there, and maybe we'll grab a burger on the way. Not on my watch. Ясно. Hey, I thought we were partners. Не, ребят, тогда раз ты немножечко все дело затягивается, давайте тогда на этом будем заканчивать. В следующий раз пойдем, зайдем в офис, разберемся с побочкой. Я же говорю, не хотел отсюда уезжать, тут еще явно будут интересные вещи. После этого пройдемся еще раз тут по местным улочкам, может что-то и разберем еще новенькое. Поэтому пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, всего лучшего. Всем покеда.